Краснодарских отличников готовят к изучению немецкого языка в Германии. Познавательное путешествие организовала для них компания «Европея». Два десятка мальчишек и девчонок вернулись из недельной поездки по Европе. Прилетели туристы в Прагу и за 8 дней объехали на автобусах Берлин, Лейпциг и Дрезден. Завершился тур в точке старта – чешской столицы. Мне очень понравилась эта поездка. Там было очень красиво архитектурных зданий, экскурсии. Нам много рассказали нового. Мы гуляли, я много завела друзей новых. Для ребят эта поездка была бесплатной. Каждый получил грант от компании «Европея» за успехи в учебе. Для нас было приятной неожиданностью, когда все экскурсоводы абсолютно во всех городах говорили только слова благодарности и искренне удивлялись воспитанности и образованности наших детей. Это была уже вторая грантовая поездка учеников филиала 96-й школы. Первая группа отличников посетила Германию прошлым летом. Теперь немецкий они будут проходить и на уроках. Этот предмет появится в программе в новом учебном году.